Всем привет! Сегодня будем первый раз готовить на мультиварке, космической мультиварке Ninja. Для этого в инструкции для начала пишут, что нужно ее помыть. Вот так она выглядит у нас. Наша красавица. А также сделать испытание паром на 2 минутки. Ну, так что будем вместе с вами это делать. Сейчас я буду снимать резинку, снимать клапан. Это нужно повытирать, вытереть чашу. Это у нас для гриля. Мы решили, что первый раз мы будем готовить картошку фри. Мы посмотрели кучу видео. Вот. Так что приступим. Что ж, приступим. Сейчас будем мыть чашу, помыть резиночку вот эту, которую нужно снять, и вот этот клапан. Это для снятия давления, если я не ошибаюсь. И здесь с этой стороны вот он вот так выглядит. Вот. А с этой стороны вот защита, чтобы не попадала никакая жирь, еда и так далее. Вот у нас инструкция есть такая. Нашла в комплекте с мультиваркой. Попробуем вытереть. Так. Чаша вынимается довольно-таки легко. Здесь прикольно то, что есть литры и сколько чашек нужно влить, чтобы было определенное количество литров. Очень удобно. Это керамика. Здесь алюминий, если не ошибаюсь. Нельзя ни в коем случае ее чесать грубой щеткой, просто нежной тряпочкой протереть. Ни в коем случае нельзя, чтобы туда попала вода. Нагревательный элемент. Что ж. Где тут у нас клапан должен проворачиваться? Так. Как-то так. Откручивается и вытаскивается. Я первый раз это делаю. Боже. Сейчас посмотрим инструкции. Не так легко, как кажется. Для того, чтобы снять крышку, которая обеспечивает, чтобы не загрязнялось ничего между большим и согнутым указательным пальцем, прокрутить по часовой стрелке. И все. По часовой стрелке сюда. Боже, как? Не могу. Сейчас буду звать своего помощника. А пока давайте снимем тогда резинку эту. Это не так легко, как кажется. Вот специальная штука для того, чтобы снять серую резинку эту. Главное не начать психовать, девчонки, мальчишки. Капец. О! Так, получилось не совсем так, как надо. Но вышло. Так, хоть резинку мы сняли. Так. Она в какой-то белой штуке, поэтому мы ее промоем. Вот она как выглядит. Давайте еще раз попробуем самостоятельно открыть этот клапан по часовой стрелке, большой указательный. Я не могу. Мне кажется, я просто там шкрябаю. Так, все, вырубаю вас. Сейчас мне помощник все снимет и значит продолжим. Короче, вытащили мы эту штуку при помощи ножика. Походу, это первый раз. Поэтому так тяжело. Прокручиваем и тянем на себя. Вот. Получилось. Так, пошла, помою.
мыльным раствором. И самое главное, это резинку, чтобы тут не было. Что ж, я вернулась к мультиварке. У нас уже сухая резинка. Давайте сначала оденем ее. Тоже делаю первый раз, поэтому... Ага, вот он начинает солоться потихоньку. Короче, благодаря моему помощнику мы это все одели просто первый раз, поэтому видите вы сами, как это все первый раз происходит. Не все так красиво, как на видео у известных блогеров. Так, дальше идет у нас чашка. Давайте поставим ее. Так, чашка. И колпачок одеваем. Просто до щелчка. Так, теперь нам нужно по инструкции испытание давлением сделать перед первым использованием. Так, поставили чашу первую.
Налить нужно туда 700 миллилитров воды комнатной температуры, закрыть крышку и переместить ползунок в положение давления. Я это все буду показывать, сейчас прочитаю вам вначале. Потом нужно убедиться, что клапан скидывания давления, не сбрасывания давления, в положении герметизации. Так, он у нас вообще ушел так. Это открытый, это закрытый, герметизация. Потом прибор по умолчанию будут работать в режиме высокого давления. 2 минуты нужно установить время, нажать старт-стоп. На дисплее появится индикатор, вот такой. Так, не знаю, видите вы или нет. И после отчета, обратного отчета, будет звуковой сигнал, на дисплее появится end. И тогда можно будет открывать. Ага, дальше потом еще появится open lid, и вот после только этого можно открывать. Все, сейчас будем делать. Что ж, давайте. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must make. Давление 19. Пошел отчет. Вообще не шумно. Я вентилятор не включу. В общем, испытание мультиварочка прошла. Она не шумная. Я уже ее вот вытерла. Немножко конденсата у нас здесь вон было. Она работает все, так что будем с вами готовить. Сегодня мы сделаем картошку фри. Вот, в конце покажу результат. И как только мы правильно научимся ее делать, я сделаю рецепт. Все, спасибо большое всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. В следующих видео будем уже с вами готовить на ней. Пока-пока. Savannah, I'm coming home, Savannah.
Ну, она такая прям хрустящая.